С предложением высадить 64 дерева в память о погибших в страшном пожаре в Кемерово выступил руководитель территориального общественного самоуправления микрорайона Южный Андрей Хитров. Представители других ТОС и жители курорта инициативу поддержали. В результате в Анапе еще одной зеленой зоной стало больше. Здесь участвовали у нас председатели ТОСов, члены Совета общественности, не только наши микрорайоны и всего города, волонтеры Серебряного века. Пока мы это все делаем за свои средства, закупали, но благоустроить сквер нам обещают помочь. Значит, строительная инвестиционная компания «Кристалл» и «Славянский дом». После высадки деревьев настоятель храма святого князя Владимира отслужил траурную панихиду по погибшим в трагедии и осветил вишневый сад. Всем от огненной стихии в Кузбассе погибших и сотвори им вечную память. Это важно для людей, живущих на земле, чтобы это нам напоминало, что... Вот как я сегодня уже говорил, что с одной стороны этот будет прекрасный сад, он цветет, и жизнь наша это прекрасная, прекрасный дар Божий, но он может любую минуту оборваться. Активисты надеются, что молодые саженцы хорошо приживутся. Специально выбрали самый неприхотливый сорт. Уже через год деревья должны заметно подрасти и, возможно, даже начать плодоносить. Также общественники планируют здесь благоустроить зону отдыха, уложить плитку, установить урны и лавочки. Руслан Душевский, Анапа регион.